Привет всем, вы на канале Stock Tesla. С вами Виктор. Сегодня я вам расскажу и покажу, как снять полуося гранаты на авто Tesla Model 3. Вот. Это касается двигателей. Они на X-ах есть, на новых, где на редукторе утопленные места под посадку на для этого, как его, для гранаты. Вот, сейчас я вам покажу. Да. Так, это касается вот таких вот, где нельзя подлезть монтировкой. Вот. Подскажу, как я вытягиваю. Потому что есть разные варианты. Это я уже снял, чтобы вам показать посадочное место, где оно садится. Вот. А с другой стороны, я вам сейчас покажу, как вытягивать. Так, сейчас. Я уже в одном видео показывал на X7, на новом. Там двигатель стоит такой же. Как вытягивать? С подручных материалов. С уголка вот сделал вот такую приблуду. Сейчас покажу поближе, как она вот тут вот так вот и вот так вот. Это я разрезал, чтобы разогнуть его, и на краю кусок арматуры приварил, и все. Тут вот такая хрень. Это для того, это палка должна быть подлиннее, чтобы удобно было бить. И сделал упор, куда бить. Вот. Ну что, сейчас начнем. Пошли. Это я все делал на гранате, прикладывал, чтобы... Для чего этот бур, чтобы было там зацепление. Так, ну давай. Так, вот смотрите. Блин, света туда мало. Сейчас. Блин, гребаный фонарик падает. Вот засовываю ее вот так за гранату, она там зацепляется, чуть-чуть, вот смотрите, упираю в подрамник, ну чтобы когда бить, чтобы она не соскакивала. Вот, вот я зацепил за внутреннюю гранату. Держи. Вот, чуть-чуть вверх поднимаю. И вот так. Видно уже, куда я бью. И вот так вот. Одна и выскочила. Вот. Сейчас покажу вам на... Вот смотрите, когда вы туда засовываете вот эту хрень, вот она засыпается. И вы чуть упор даете там в подрамник или куда, чтобы оно... Есть, выдергивают. Еще, если вот этой нету, тоже ж надо залезть как-то на сюда веревку намотать. И, ну, веревку надо такую, чтобы она не растягивалась. Ну, чтобы не тянулась. И веревкой дергать. Ну, при этом надо ей давать люфт. Если кольцо хорошо сидит, бывает, что вот кольцо чуть-чуть
подживала, то веревкой вы ее не выдернете. Надо что-то такое жесткое, типа вот этой фигни. Ну, я ее сделал, ну, полчаса потратил времени, сварил. Вот так вытягивается. И вот этой приблудой можно вытягивать все полосы, не только углубленные. Так что, кому была полезная информация, ставьте лайки, подписывайтесь. На нашем канале все эти детали можно купить. Вот, вся информация будет под видео. Так что, кому надо, обращайтесь. Всем спасибо, всем пока.